Hold on, hold on. Something has happened. Massive explosion somewhere in the middle. Not sure what's going on at the time. Confirmation that a nuclear device has been detonated in Saudi Arabia. Over 10 million lives have been lost. This historical day will bring the world into a new era. The joint U.S. and European missile shield project going live. And a step closer to a new era of peace. Ожесточенная война, друзья, у нас идет в игре Endwar. С вами Феникс, это игра Endwar. И нам предлагают напасть на Америку, так как на Европу мы не можем нападать. Мы находимся возле Парижа, это аж нужно подождать несколько ходов для того, чтобы нападать на вот эти вот... Как, там есть база, а есть вот главные страны. Так вот, мы уже близко возле Парижа. И у нас будет ожесточенная война с американцами. Что ж, вперед на Америку. Полковник, вам поручено атаковать авиабазу Гриссом. Отберем базу у неприятеля и используем против него. Еще раз. Ваш противник, полковник Маркус Браун из 5-го бронетанкового батальона. Вы уже с ним встречались, и в тот раз победили вы. Это ваш шанс показать, что ему вас в жизни так, не одарить. Так, возьмем с собой. Ничья. Нет, в чем не столько вертолетов? Ситуация изменилась. Россия должна выигрывать. Исполните сегодня ваш долг, полковник. За Родину! За Родину. Так. Ну что ж, отправляемся. Американцев нападаем, друзья. Сейчас после этого боя у нас будет война на два фронта. Начинаем операцию «Виселица». Повторяю, начинаем операцию «Виселица». Все подразделения готовы к бою. Время кровавой битвы. То вызов танки. Да блин, вызов танкам. Подразделения приближаются к зоне операции. Водкой, печка, вот идеальный дом. Отправляемся. Это степной волк. Все работает как часы. Это бурый медведь. Мы погрузились. О. Мы можем задавать зону высадки. Это как это делать? Голосовые пока понять не могу, как это делать. Ладно, мы отправились наши вперед. Впереди там война какая-то идет. Говорит мотылек, все вертолеты в норме, мы на месте. Вас понял, полковник, атакуем. Мы идем в атаку. Ого, шмаляет у меня. Да, уже в пути. Мы подбили его. Что
Что ж, после этой атаки американцы уже будут на нас тоже нападать. Соответственно, европейцы тоже. Говорит степной лук. Все работает как часы. Центральный квадрант. Противник уничтожен. Это в центре вообще жарко. Черт, вертолет мне сюда. Вас понял, отступаем. Мы им голову окрутим, и даже вспотеем. Вижу боевых роботов Ротвейлер. Артиллерия, где-то артиллерия. У-у-у, тут жарко. Что-то врагов тут как-то слишком многовато. Резервные отряды готовы вступить в бой. Кого вызвать бы? Вертолетов, наверное, да? Вызов вертушки. Вызов. Вертушки. Вертушкам. Да ё-моё, вызов вертушкам. Отделения приближаются к зоне операции. Кривожопский перевод. Это Бурый Медведь. Наши позиции под артиллерийским огнем. Кто у нас Бурый Медведь? Второй отряд. Вас поняла. Есть 5 марш. Ёлки-палки, реально под артиллерийским огнем. А где артиллерия-то? Я ее не вижу. Ее. Вертолеты на разведку. Хорошо, отправляемся. Ё-моё, моё. Внимание на северо-западный квадрат. Их тут порвут. Вижу команду призраков СБР. Принято. Атакуем. Чёрт возьми. Вертолеты под прикрытием. Повреждения несущественны. Третий отряд отступить. Понял вас. Ой, не, не пятый. Да, уже в пути. Третий. Отряд 3. Отступить. О, вот он, артиллерия-то. Конечно. Твою мать. Есть, отходим. Это Бурый Медведь. Берем башню. Говорит мотылёк. Мы потеряли вертолет. Хотя нет, стоять, стоять. Там принято, сейчас вертолеты поработают. Противник несет потери. Говорит шаши. У приказа. Говорит мотылёк. Черт, вертолет не справляется. Отряд 4 отступить. Вот фак, до этой артиллерии хрен доберешься. И американцы так просто так свою землю не дают. Ёлки-палки, это что такое еще едет? Штаб. Кто мутантский большой? Подразделение 4 потерял. Вызвана эвакуация. Фак, мы в полной заднице. Соски в тиски. Вот говно, вот говно. Танки где? Транспортники готовы доставить подкрепление на поле боя. Подразделения приближаются к зоне операции. Вот. Наши резервы подходят к концу, полковник. Северо-западный квадрант. Противник осуществляет высадку. Вижу вертолеты В-25 Ястреб. О-о-о! Какие еще вертолеты? Их тут больше, чем мне казалось бы. Под артиллерию.
Так, Яша. Внимание на подразделение 2. Они теряют инициативу. Блин, они захватывают башню. Чёртова артиллерия. Истребить без проблем. Да они слабаки. Говорит мама. О нашей позиции бьет артиллерия. Внимание на объект Альфа. Радиобашня наша. Подразделения приближаются к зоне операции. Достигнуто максимальное количество отрядов на поле боя. Яша на связи. Провел эвакуацию и иду на вас. Так, что у нас с танками? Противник осуществляет высадку. Говорит Шерши. Давай танки вперед. Его. Это оса. Так мы атакуем. Что-то второй отряд живой. Это бурый медведь. Они макнули нас мордой в дерьмо. Вижу вертолеты Blackfoot. Внимание. Всё, на бьют, северный бьют, квадрат. Бьют по нам. Противник уничтожен. Так, второй отряд, быстро, бегом, бегом, пошли, пошли в машины. Еще 10 подразделений у него. Высадил спецназовца. Говорит мама. Что там с вертолетом? Говорит Шерши. Все вертолеты готовы выполнить боевое задание. Это конек Горбунов. Наши позиции под артиллерийским огнем. Черт, Иллири, да вы шутите, ё-моё. Идём, да. Они сожгли две наших блехи. Их тут как говна. Короче. Говорит мама. На нашей позиции бьет артиллерия. Ясно, атакуем. Внимание на объект Альфа. Хана моим вертолетом, короче. Это конек Горбунов. Отряд 3, отступить. Ходим, к черту. Транспортники готовы к высадке подкреплений. Подразделение на подходе к ЗД. Достигнуто максимальное количество отрядов на поле боя. Фак. Это Шерши. У меня резерв еще в 4 отряда. Ну, трындец. Внимание на подразделение 6. Огонь противника плохо влияет на их мораль. Отряд 6, отступить. Северо-западный квадрант. Вижу артиллерийскую установку М-23 «Спартанец». Внимание на подразделение 5. У них проблемы. Да уж. Надо было, я не додумался, надо было мне артиллерию вызвать. Говорит оса. Атакуем врага. Потери. Говорит оса. Все вертолеты в воздухе.
атака более чем эффективна. Говорит Мамонт. О нашей позиции бьет артиллерия. Прорвемся, нет. Вертолет сбит. Черт. Северо-западный квадрант. Противник ликвидирован. Противник ликвидирован. Есть. Да, они слабаки. Это степной волк. Ждем приказаний. Почти на месте. Скоро ты с ним поймешь. Скоро здание развалится. Внимание на подразделение 5. Огонь противника плохо влияет на их мораль. Фу, ну не вызывай больше подмогу. Да, с американцами было немножко потруднее, чем с европейцами. Говорит Мамонт, мы попали под шквальный огонь. Есть, захватить радиобашню. Мы разбили их. Поле боя за нами. Не захотели они вызывать еще людей. Американской крови. Не может не радовать. Есть доклад о результатах операции. За американцев неплохо дали. Я обновляю данные на стратегической карте. На карте показано, в какой ситуации мы оказались. Американцы снизу идут. Мы неплохо продвинулись на американском фронте. Мы захватили авиабазу. Европейцы тоже, смотрите, тоже идут по американской земле. Не только мы одни. Папа Римский вновь обратился к главам Европы и Америки с призывом прекратить агрессию против России и друг друга. Папа Римский уже вмешивается, да? Так, ну мы пойдем в казармы, сейчас что-нибудь, какие-нибудь апгрейдики повесим на нашу технику, что посмотрим что-нибудь. Так, что бы мне усилить? Артиллерия. Танки. Танком присобачится огнемет, нет, транспортником дальность атаки. Может, имею удар выучить. Высадка в тылу врага выучим. Так вот. Что хватает-то у нас, наверное, ни на что. Защиту вертолетом увеличим. Что они какие-то совсем вялые. И скорость вертолетом увеличим. Вот так вот.
Что ж, друзья, мы немножко апгрейдили. Обратился к главам Европы и Америки. По-принципски все. Агрессию против России и друг друга. Пытается остановить войну. Но мы идем дальше. В следующей серии мы уже будем воевать против двух стран. Всем счастливо, всем пока. С вами был Феникс.